привет! Мы снова на канале «Я люблю тебя, Москва», и сегодня мы решили посетить Центральный дом ученых РАН. Сегодня состоится концерт симфонического оркестра имени Александра Бородина. Очень интересно, что это здание было построено в 1922 году, и оно до сих пор сохранилось в замечательном состоянии. Здесь очень много красивого, красивые золотые орнаменты, камины, видео. Вы все это увидите. Я обязательно скину ссылку вам на Дом ученых. Сюда непременно нужно приехать, здесь замечательные концерты. И по ценам, в двух словах скажу, что очень недорого. Вот мы с друзьями сегодня пришли. Сегодня вечер, понедельник, и билеты всего по 300 рублей. Да? Согласитесь, это порой дешевле, чем сходить в кино. Вся информация будет в ссылке под видео. Обязательно заходите, смотрите и посещайте такие мероприятия. И еще я хотела сказать, что почему наш канал называется «Я люблю тебя, Москва», потому что... Ну, наверное, в Москве, как ни в одном другом городе, очень большое разнообразие отдыха, развлечений, разная ценовая категория, под разное настроение можно посещать какие-то мероприятия. Сегодня понедельник, день тяжелый, и поэтому посетить такой концерт – это просто релакс для души, для мозга, чтобы продолжить работать неделю со свежей, чистой головой. Канал, ставьте нам лайки, следите за новостями, у нас впереди очень много интересных идей. Пишите в комментариях, может быть, что-то вы хотели бы посмотреть, но по каким-то причинам у вас нет возможности, времени или еще каких-то других причин. И пишите в комментариях, мы обязательно будем отвечать и посещать интересные для вас места. Ну и для нас тоже. Всем пока!